Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Спайк, и сегодня мы с Маршалом продолжаем узнавать, кто же из нас про, а кто же нуб в Майнкрафте. Как мы будем это делать? Как и обычно, мы будем строить друг другу ловушки, будем их проходить, и тот, кто больше всего умрет, тот становится нубом, а тот, кто будет таким живущим, кто пройдет все ловушки своего соперника, тот окажется про в Майнкрафте. Вот так вот все просто, и да, ребят, если вы про, то есть если вот ты смотришь и ты про, то просто поставь лайк. В принципе, так определяется про. Но вы могут не ставить, если что. Да. Да, всем привет. И также он забыл добавить то, что тут есть ведьма, которая нужно будет сказать и оправдаться перед ней, сказать, что ты проиграл. И тогда она отправит тебя на испытание, которое создано специально для нубов, не для про. И в этом испытании ты должен будешь делать что-то, что пишете вы сами, подписчики, в комментариях. То есть вы выбираете, что мы будем делать, что будут делать проигравшие, и над кем будет издеваться про в испытании финальном. Да, в прошлый раз вы охеренно придумали сделать этого демона, короче. Я паркурил, прыгал там, его убивал, потому что я в прошлый раз оказался нубом, но в этот раз, надеюсь, это не повторится, и я не пойду к этой ведьме. Вот, ну что, ты готов? Я готов, погнали. Ну, погнали. Что, ребят, вы готовы? Я надеюсь, что да. На этот раз для Маршала я построил дом Херобрина. О, да, того самого злого парня. Вы видите, что тут все очень такое тусклое, мрачное. Но на самом деле... Ладно, потом этот секрет, так сказать, вам расскажу. Давайте я покажу сначала ловушки. Первое, он войдет вот в такую комнату и типа... Ну, это такой холл начальный. Просто прихожая, можно сказать. Он тут сохранится на спаунпойнте и пойдет сюда. А тут у нас начинается все очень интересное. Тут у нас куча лазеров и никак не пройти. Он подумает, что тут, короче, секретные эти блоки, но тут все закрыто. Он ничего не поймет, вернется назад. И здесь ему нужно будет найти, короче, секретный ключ. Я буду давать ему подсказку. Но сразу, ребят, не огритесь, не говорите, что это нечестно, потому что я буду давать ему подсказку неправильную. Я скажу ему, что где-то вот в этом углу он пойдет сюда, нажмет, скорее всего, вот на этот блок, потому что, видите, он подсвечен. Ну, может, сначала на факел потыкает, короче, куда-нибудь еще. Нажмет на него и, короче, провалится вниз. Это будет, возможно, его первая смерть, но это не точно. На самом деле, нужно активировать вот этот вот факел, тогда у нас появляется вот тут вот дверь. Вот, если мы в эту дверь проходим, то он подумает, ну, типа, все пройдено, но на самом деле тут еще куча невидимых блоков, в которые он, скорее всего, провалит свою толстую жопень и... провалится, да. На самом деле, это тоже проходить нужно немного иначе, возможно, тут пару раз умрет, но я дам ему подсказку, что нужно пройти вот здесь, потому что невидимые блоки, это очень, на самом деле, ребят, сложно проходить, с первого раза это очень сложно проходить, поэтому тут подсказки давать, я думаю, что можно. И все писали под прошлой серией, что Маршал ставил много невидимых блоков, но все-таки он мне подсказывал, так что я думаю, что это ему прощается. Тут он пройдет и такой, опа, можно выключить лазеры. Но, ребят, вы же догадались, что эта кнопка никакие лазеры не выключает. Эта кнопка отправит его в тюрьму к дяде Богдану, который его хорошенько там отхлестает и убьет. Да, и он вернется, короче, сюда, на спаунпоинт. Надо, кстати, было бы его тут воткнуть, но пофиг, пусть проходит. Далее опять невидимых блоков немножечко совсем, вот чуть-чуть. Я как бы не особо их люблю, но тут, честно, вставить особо больше нечего, потому что все деревянное, и ни динамита, ни мин тут вроде не поставить. Вот, далее моя любимая ловушка на этой карте, он, короче, будет думать, что такое, опа, ну, типа проход, чё, проходим. И раз, дверь закрывается, и он такой, чё? За дела, но на самом деле он будет кричать, что это нечестно, я это знаю уже, но эту ловушку можно пройти, если обойти ее вот тут. То есть на самом деле вход находится здесь, но он этого никак не поймет и скорее всего пробежится по вот этому блоку, который активирует, ну, который закрывает, короче, вход. Вот, далее он такой, ну ладно, окей, Спайк, как проходить? Я ему скажу, что сохранится, ему нужно будет пойти в тюрьму, и там у мистера дядюшки Богдана под кроватью лежит секретный пароль от вот этой вот комнаты, то есть вы его можете увидеть, вот он. И сюда он зайдет, и тут куча у нас радиоактивной вот этой вот фигни. Я не знаю, выживет ли он, может ее даже поменьше поставить, потому что эта штука вроде очень жесткая. Вот, ну и далее еще одна моя очень любимая комната, которую я старался делать, это комната с командными блоками. Под каждым вот этим вот блоком находится командный блок с определенной командой, то есть ему нужно, тут видите, получается разные эффекты, тут есть, ну, есть, естественно, обычные блоки, по которым он может ходить. Тут есть одна дорожка небольшая, есть блоки, которые дают ему слепоту, которые отправляют его туда в космос летать, и которые в основном возвращают его вот сюда назад.
Вот, я думаю, что тут он тоже, возможно, надолго застрянет, а возможно, даже пару раз умрет. Но это больше, знаете, чтобы его понервировать, так сказать. А, тут у нас, получается, закрытый проход, сюда нужна карта. Чтобы получить карту, он должен будет пробежаться вот сюда. И тут комната с обычным паркурчиком, но не совсем, там будут ему мешать мобы. А тут, чтобы в него испрыгнуть, ему нужно прыгнуть в воду, и он тут может провалиться тоже в невидимый блок, но посмотрим, как это получится. Мобы тут, кстати, сильно мешают на самом деле, но они... Им очень сложно убить его будет, потому что мобы дамажат мало, но они на самом деле очень бесячие, и когда я проходил, ну, у меня очень много времени на самом деле заняло вот это все пропаркурить, хотя тут паркур очень легкий, но, типа, в плане того, что мобы мешают, это очень неприятно. Тут опять мои любимые невидимые блоки в скобочках, нелюбимые, потому что на самом деле я их очень ненавижу. Вот, тут комната с ключом, тут он может вернуться, я так, типа, по-умному дохера сделал. На самом деле нифига, но ладно. Так, и получается, он пойдет в комнату уже с боссом. Там он поднимется, и там будет, скажите вы, Херобрин. И, возможно, вы бы даже угадали, если бы я был чуть менее упоротым. Да, там будет Мимасик, как обычно, там будет мой любимый песик. Он такой прихерет, потому что я ему тоже скажу, что это дом Херобрина, вот. И ему придется с ним сразиться. Но дело-то в том, что Мимасик непобедимый. Да, как обычно. Это, в принципе, все. Это конец карты. Он от него тут просто будет бегать. Может быть, пару раз умрет. Ну, я не знаю, потроллить его или нет, сказать, что это конец карты. А, в общем, да, посмотрим, что из этого всего выйдет. Надеюсь, что я смогу победить. И отомстить ему уже наконец. То, что там у ведьмы, я, кстати, не знаю, что там, если честно, находится. Вот, но надеюсь, что что-то очень жесткое и что-то бесячее, потому что в прошлой серии я нервов, так сказать, потерял. И надеюсь, что вы ее, кстати, посмотрели. Да, так что ставьте лайки и все, приступаем. Ну что ж, начинаем мы в этот раз с моего дома, который я специально для тебя построил, так сказать. Это будет дом Херобрина, если что. Угу. Дом Херобрина? О боже, это будет что-то захватывающее. Ну, ладно, естественно, погнали. Естественно. Давай, погнали, я телепортируюсь. Так, ну что, вот, короче, дом Херобрина, как ты видишь, такой темноватый, такой коттедж. Дед, я его уже видел. Ну ладно. Давай, можешь, короче, можешь тут осматриваться, по идее, тебе вот сюда нужно идти, как бы, тут видишь всякие ловушки, там страшные, всякое такое, можешь, типа, это, вот, а, кстати, сохранись, смотри, может тут сохраниться, там нет паркура, кстати, да, я забыл тебе сказать об этом, тут просто что-то так поставилось рандомно. Да, я поставил. А вот тут, видишь, спаунпоинт есть? Это... Да, я уж прописал, небось. Ну, это спаунпоинт, ну посмотри, это что? Ну, я уж прописал. Ну, ладно, это, короче, ловушки, тебе через них нельзя проходить, вообще никак нельзя. Да, никак не пройти. Ну, надо найти что-то. Возможно, тебе нужно найти то, что открывает кое-что. Возможно, отключает, не знаю, может быть, лазер, я не знаю. Ну, я тебе подскажу, что находится... Возможно, ты не врешь, и они работают. Не-не-не, смотри. Так, дядя Богдан. Я в тюрьму попал. Да, ты попал в тюрьму к дяде Богдану. И что мне делать? Ну, сейчас я помогу ему тебя убить, как бы вот, он стал агрессивным, смотри, он на тебя нападает. Только не убивай его, иначе ты отсюда не выберешься, да. И вообще с ним связано еще много всяких крутых поворотов событий. Ты с ним еще встретишься, не беспокойся. Ну что, короче, я тебе даю подсказку. Во-первых, нажми спампоинт. Во-вторых, ты должен нажать... Не все. Во-первых, это не то. Во-первых, ты должен нажать вот иди сюда и нажать вот на вот этот блок, да. Вот на вот этот, вот этот черный, чтобы отключить лазеры. Я слышу, что-то там дергается. Тебе нужно отключить лазеры все равно, вот подойди и нажми. Ага. Но ты не отключаешь лазеры. А, я отключаю свою смерть. Ну ладно, в принципе, тоже неплохо. Твой спаунпоинт снова не работает, я где-то непонятно где. Окей, я тебя тэпнул. Пропиши, короче, тут спаунпоинт. Я хз. Ты ж прописывал. Спаун... 480. Поинт. Да, она тут. Да. Все. Ну, давай. Во-первых, ты правильно пошел, как бы. Ты правильно пошел. Интересно. Да, чем я толкаешь, Имею право. Это моя карта. Так, ну ты правильно пошел, но тут нужно найти невидимый проход. Я тебе подскажу, он слева. То есть тебе нужно перешагнуть, как бы. Потому что невидимые блоки это сложно, как бы многие жаловались, но я тебе буду подсказывать поэтому. Так что давай. Ну, типа, мяу. Ну тут от скилла зависит. Третья от смерть, скилла. Да? Да, третья. Ну я тебе, смотри, я тебе помог, по идее. То есть я тебе сказал, куда идти, так что... Так что все считается. Просто без шифта пробеги, без шифта. С какого блока ты... А, вот. Оп. Вау. Все, ты прошел, хорошо. Невидимый блок, да? Ну, возможно, нет. Так, ну все, ты пришел, короче, в комнату. Тут уже можешь отключить, как бы, эти лазеры, чтобы... Ой. Ты меня обманул!
Ну, может быть, они не отключаются, как бы, я не был уверен, если честно, в этом. Ну, я понял, да. Ой, прости, я не... Так, это не считается. Да, это считается, у тебя 4 смерти. Это не считается, это просто дядя Богдану в гости зашел. Да, я понял. Что так долго... Ой, стоп, что? Все хорошо. Ну, давай. Тут тебе... Стоп, а ты там нажал на кнопку или нет, отключить лазер? Их так-то отключить надо. Я нажал, и я отключился. Ну, ладно, хорошо. Все, продолжается вакханалия с невидимыми блоками, их тут куча, так что будь осторожен, да. Как ты... Ты вообще-то не тут... Ну ладно, окей, иди, все нормально. Опа! Поймав, сделал, все, иди. Куда иди? В тюрьму иди. Короче, смотри, я тебя поймал, смотри. Объясняю. Смотрю. Я тебя поймал просто как Мориарти поймал Шерлока. Смотри. Нет, все, можешь зайти, ты уже не восстановишь эту дверь. Короче, тут стоит вот тут блок. То есть, когда ты на него наступаешь, закрывается вот эта дверь, куда тебе, по идее, надо идти. Ты еще скажешь, о боже, а как же мне это обойти? Но... А как же мне это обойти? Тут были невидимые блоки, по которым ты мог пройти и не сломать эту дверь. Ну, а теперь, раз уж ты не додумался, то тебе придется подобрать ключ. А ключ находится, угадай, где? Где же он? Правильно, находится в камере у дяди Богдана, так что отправляйся на свою, возможно, пятую смерть. Ага, так, стоп, чего, два, я вижу, так, два, три, чего, два... Ну, вообще, там он, этот, он находится, вот... 5-0, я понял. Ладно, все, я могу петь. Ну, все, ты умер 6 раз, получается, да? 6 раз, неплохо, неплохо. Ну, кстати, ты так-то мало умираешь, типа... 7 раз! Ладно, давай я тебя телепортирую, знаешь, куда? Давай. Типа вот куда-нибудь. Давай, и прям тебя сюда надо телепортирую. Давай. Потому что... А, по идее, вот тут спаунпоинт. Погоди, он же работает. Вжух. Да, работает. Нажми. Все. Так. Врубай басы. Стоп, а какой там? Так, я забыл. А, 5-0, точно. А, все, теперь беги сюда. Теперь тебе нужно обходить вот эту радиоактивную лаву, потому... Ой, это не лаву, а как она называется? Снег. Радиоактивную радиацию. Да, радиоактивная радиация снежная. Это, кстати, что-то пошел сложным путем, ты мог просто вот тут перепрыгнуть. Йоу. По-моему, ты меня обманываешь. Она много дамажит или нет? Ну, так, полсердечка где-то, так что... Ну, тебе не туда, тебе вот сюда. Тут, короче, куча блоков, они все разные, и тебе нужно найти, короче, путь. И главное, нет, видишь... Посрись, я понял. Я тебе помогаю уже. Я тебе всю серию помогаю. Это жесть. Куда ты пошёлся? Чего я... Это мое секретное место, ты летишь из космоса теперь. А-а-а! Давай тут спаунпоинт тоже, типа, сделаю. Ну, точнее... Давай, ещё. А, так он тут есть. Вот так, давай, вот так. Окей. Это восьмая твоя смерть, кажется, да? Или какая там? Восьмая? Да, вроде восьмая. Так, ну неплохо. Ты неплохо держишься. А что там? А, там дверь, тебе нужно найти в нее ключ. А ключ вон, он слева находится, в другой комнате там. Ну, тут ты не пройдешь без ключа. Так что давай, ползи. Так, назад. Не дополз. Некоторые блоки тебя отбрасывают, а некоторые, ну, ничего не делают. А некоторые немножко бьют. Угу. Оп, ну почти. Ты, кстати, второй раз на него вроде наступил. А, не-не-не. Не то было. Ау. Ну ты что-то не веришь в мою... Ты не веришь в то, что я не могу сделать дорожку по прямой? Серьезно? Да. Но я могу. Да, я могу, поверишь. Я отпущу назад. Нет, там дорожка по прямой... Ну ладно, окей. Ты мне все равно не поверишь, какая разница? Ой. Меня тоже тэпнул назад, кстати. Так. Ты вообще проходишь не так, как я хотел. Да. Я так и знал, что у тебя будет гореть, кстати. Сколько раз я должен умереть, чтобы пройти туда? Ну, давай, короче, 2 смерти, и ты пройдешь. Согласен, на сколько там у тебя получится уже? 11, да, смертей? Или... Ну, 10, по-моему. Ну, давай, 10 смертей, и я тебя тпшу сюда. Может, тпшить. Давай. Ты купил проход за 2 смерти, хорошо. Да, это был мой билет. А где ты? Где ты? Ты невидимый стал. Не, я видимый. А, вот, ну смотри. Оп, вжух. Все, смотри, тут тебе нужно, тут, короче, комната с девочками-монстрами, и тебе нужно спуститься туда и пропаркурить, вот здесь, видишь? Угу. Я хочу туда попасть? Вон, снизу, там надо, снизу. А-а-а, ничего себе прикол. Ты думал, что, все так просто, что ли?
Ну, нифига ты что-то быстро проходишь. Я когда тестил, я это проходил не так. Так, сейчас все будет. Ладно. Я прошел. А тут что у нас? Это ловушка? Нет. Не а, ловушка. Как ты это сделал? Это нечестно. Левел 4 так, кика. Стой, стоять. Раз уж ты все так быстро. Раз уж ты так быстро прошел, то возвращайся тебе таким же путем. Все. Ты. Очень интересно. Я меняю правила, походу, да. Ладно. Чего? Все, ладно, все, ты один раз умер на моей ловушке, все, теперь я тебя могу, так сказать, вернуть. Все, можешь выходить, я тебя выпускаю, все. Входи, там была дверь, короче, назад. Все, теперь ты можешь, смотри, теперь ты можешь пройти вот в эту комнату, короче, и активировать ее. Сейчас все будет. Оп, все, готово. Можешь проходить. И тут тебя ждет главный босс. Мимастик! Так это был дом Херабрин, это дом Мимастика. Ну да. Не убить. Ну... Я возвращаюсь назад на плиты. Тут закрыто. Ну все, он тебя не успел убить, так что... Ладно. Я убежал. На самом деле, я хотел тебя потроллить еще, сказать, что его можно убить, но раз уж ты не можешь его убить, то ладно, я все. Я люблю Мимасика, поэтому придется ему пожить подольше. Ну да, Мимасика мы никогда на картах своих не убиваем, потому что это топ собакин, он должен жить. Вот, ну и, короче, все, умер. Зато он меня сейчас убьет. Смотри, ты умер 11 раз. Давайте спасу. 12, да. Ну ладно, это, наверное, не считается, да? Ну или считается, как хочешь. Да не, без разницы. 11 или 12 раз, короче, там умер. Вот, ну что, я попробую побить твой рекорд. Погнали? Ну давай, погнали. Погнали. Ну что же, я готов к твоему испытанию. Да, давай, отправляемся в пирамиду, ты можешь видеть отсюда. Так. Можешь видеть отсюда. Ни хрена, она огромная. Она немного кривая, но тебя не должно смущать, все хорошо. Ну, ладно, хорошо. Так, давай, я боюсь уже сюда идти, потому что я чувствую нутром, что тут будут... Я буду ползти вот так, тут невидимые блоки. Я... О, да. Здравствуйте. Ну, тебе, anyway, сюда надо пойти. В общем, ты попал в тюрьму, тебе надо как-то из нее выбраться, выбирай как. Ну, тут еще невидимых блоков, по-любому. Нет, тут невидимых блоков. Ну, мне умереть или что надо? Тебе не умереть надо, тебе надо догадаться, как это сделать. Догадаться, как умереть. Догадаться, как... Нет, ты не можешь тут умереть. Ну, я про я выбрал. Итак, дальше идет лабиринт. Он довольно простой, наверное. Но я, по крайней мере, знаю, как из него выйти. Ну, он с ловушечкой. С ловушечкой, да? Ну да, бывают тут ловушечки. Так, ну ладно, как говорится, нужно просто идти по одной стороне, на шифте желательно, и тогда ты выберешься, да? Ну, типа... кстати, я посмотрел, внизу там не так много ловушек. Вот есть сдох один раз. Да, там все, парочка. Ты опять меня скинул. Я тут, наверное, заспаунпоинчусь, потому что... Давай. А то я там у себя, короче, в доме. Ладно, я побегу, короче, сюда. Там, блин, я видел 4 ловушки, кажется, тут. Когда примерно столько их там и будет. Ой, блин, я хочу быстрее идти, но я не могу, ребят. Сорян. Это слишком хардово. По-моему, ты ходишь кругами. Да. Так, тут я проходил уже, тут не страшно. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Идем вот сюда. Я правильно иду? Ну... Так, сейчас, подожди, я пролечу, посмотрю. Так, я куда-то прошел. Я сам заблудился, но в общем, наверное, ты идешь правильно. Так, стой, что за херня вообще выбралась из твоей пирамиды? А, да, это ловушка, теперь ты должен пойти еще раз. Окей, я понял, я просто вернусь назад. Так, нечестно, ну ладно. Честно. Так и быть. Так, ну тут ты не мог... А, вот, проход, да? Ты смог. Господи, я после твоей прошлой карты, я не могу ни на шифте ходить, мне страшно, понимаешь? Ну, не бойся, здесь, так сказать, больше не будет, где ты сможешь упасть. А, окей, так, тут... О, тут еще монстрики будут какие-то? Да, так, смотри. Так, ну сейчас, я хочу драться. Ты находишься в, не знаю, как сказать, мавзолее, где лежат приспешники фараона, и ты должен понять, как оттуда выбраться. А, ну, очевидно же, нужно нажать какой-то рычаг или секретную штуку, или что? Ну, да, очевидно, да, но сначала... А, надо... нашел. Блин, сложно. Да, я не... А, вот. Что-то случилось? А, о, все... О! Ладно, окей, я понял. Так, нужно тыкнуть. Надо быстренько. Оп, ну давайте, я их смогу убить хотя бы? Или это... Господи. Ну, они что-то жесткие, слушай, они сейчас убьют, по-моему. А, нет. Давай! Все, 2 сердечка. Поздравляю. О, чисто вынес. Вынес, на помойку вынес их.
вынес в соло криты просто по 900. Ты чё? Ещё двое! Ладно, я отрегенился, мне нормально. Я умею уже сражаться с этими аборигенами чёртовыми. Подохните. Мистеры... Блин, где мой мопс? Я хочу свой... Ой, у меня меч сломался. Можно мне новый меч, мистер... Мистер Маршал? Ну, если только деревянный. Ну, а за что? Ладно, я умер всего один раз, мне вообще похер. Что это? Ты пусть еще раз. Окей, все. Можешь тут взять спаун поинт. Господи, это было страшно. Так, хорошо. Оп. Ну я паркур... Батя, это я был хотел сказать, раз. Но... Блин, это сложно, серьезно. А, стоп, а что? То есть спаунпоинт немного китайский на самом деле, потому что... Не-не, все нормально, просто тут сегодня что-то не так с спаунпоинтами. Да, возможно, кстати. Так, окей, блин, что-то... Да, ты нечестно делаешь, вот нечестно. Это, по-моему, третий раз. Нечестно, да. Не, ну как-то же надо умирать. Ну, да, действительно. Смотри, давай, тут да. Можно пройти. Так, тут можно пройти. На самом деле я в этом... Во, видал? Видал, я смог. А, смог. Фух, ну, это было сложно, это было сложно. Так. И ну, вот он, фараон. Так, ты где? Нашел, да? Фараон. Black Siemens, е. Так, ну все. Три раза я сдох. Это все, что ли? Это все. О, ну ладно. Но тебе надо еще выйти отсюда. Ну, да это легко сейчас. Где тут у тебя секретные невидимые блоки? Может быть... О, все, нашел. Стоп. Я в какой-то комнате. Ну, а теперь отсюда тебе надо выйти. А! И чего ты? Господи! Да, я просто по всем стенам хожу и все. Так, ну, но всё. Это все. Поздравляю, видишь, ты видишь вон там что-то, смотри, какие-то домики? Да, видишь, это мне туда сейчас, походу, придется. Да, это твои новые домики, я бы сказал. Ура! Так, ну что, потопали к ведьме, посмотрим, что там за задание, так сказать, она тебе даст. Надеюсь, что что-нибудь посложнее, чем мне в прошлый раз. Ну что, готов? Я не готов. Идти до свидания к этой ведьме. Кто проиграл? Я проиграл. Отлично, для него у меня есть испытание. Кто? Так, где я? Кто проиграл, тот идет на свидание к ведьме. Короче, тут тебе... Ой, погоди, стой, не бежать назад. Ты мне дай какое-нибудь оружие? А, ну, я вижу, у тебя криперские яйца, так что дай мне оружие. Я дам тебе оружие... Знаешь, что я тебе дам? Я тебе дам, блин, я не знаю. Сейчас я тебе что-нибудь дам. Я сейчас подумаю сначала, да? Потом дам тебе, например... ладно, на, можешь подраться будильником. О, я тебе хотя бы дал деревянный меч, какой будильник? Давай я дам тебе... Чтобы тебе дать-то, господи, тут... На, вот знаешь, что я тебе дам? На эту, сейчас, где тут она была? На, когти медведя. По-моему, шикарно, не? Когти... Все, а теперь, короче, готов? Побежал. Нет, не готов. Куда сюда? Я не знаю, куда. Тут-то... Я умру. Я умер. Давай, так, короче... О, я в своей башне, все, я отсюда не выйду больше. Не-не-не, ты давай спанпоинт еще прописывай. Чтобы не умирать. Бэм. Я пока тут спавню зомби немножечко. А может, так, тут тоже тупик. И куда мне зайти, алло? Тебе нужно пробраться наверх в дом и взять оттуда алмазы, короче. А как? Отсюда, как мне туда? А вот у ведьмы спроси, я не знаю. Что? Какого чёрта? Вот проход, смотри, посередине. О, проход, спасибо. Но это, как говорится, дом с криперами. Ой, я нашёл один... я видел. Вот сюда. И дальше куда? Дальше вот, в окно. А, вот. Да, тут тоже криперы. Хватит смотреть. Дальше куда? Так, ну... Тут, знаешь что, вот, да. Подожди, остановись в этой комнате, просто остановись и посмотри на вот это. Ну, посмотри, разве это не шикарно? Посмотри, сколько их. Да, я сейчас буду бить. Не Нет! будут они тебя бить, зачем ты их убиваешь? Нет! Они меня не убили. Потому что ты их бил. Нельзя. А потому что они на меня напали своими страшными глазами. Они не нападают на тебя. Давай я тебя тэпну, ладно, продолжай в этой комнате. Они не нападают сами, они добрые. Да, вот сюда вот. Это так. Добрые. Так, что-нибудь есть? Ничего нет. Я слышу скелетов. Найс, проходы! Так, вот это тебе за двух этих мимасиков. Правда, ты вроде убежал, но ладно. И куда? А как туда? Чего я? Я не знаю. Пошел сюда! Ну так, вот, видишь, тебе помогли так, пройти. Туда спрыгнуть. Так, стоп, стопарик. Вот сюда. И дальше куда? Чего? Вот сюда, в окно. Сзади. А, найс, сзади. Видишь, я тебе криперами помогаю.
Так, отсюда некуда. Тут крипер. Нет выхода. А, во, тут это, тут эти стекло. Крипер девочками, так сказать, так, помогает. А, оттуда я пришел. Так, стоп, я вижу, там что-то снизу, может мне туда? Оп. Че, прошел? Я нашел рубин. Так, и что дальше? Куда мне идти дальше? Так. Ну, тебе, по идее, так, нужно самый верхний дом. По-моему, я спустился вниз. На самый верхний? А, так там был проход. Вот оно что-то такое. Давай. А, я упал! Давайте, короче, тэпну просто, на. Ну, давай. Все, давай, нас тут сначала крипера убей. Сначала крипера надо убить. Да он меня сама убьет. Так, ты быстро умер как. Давай, паркур. Паркур блок. Так. Давай. Номер два. Да как это? Это вообще можно пройти? А, да. Я прошел. Все, ну тут. Ой, я нашел последний. Я нашел последние три рубин, сапфир и аметист. Все, у меня все есть. Я прошел, у меня еще есть будильник. Ну, ладно. Хорошо, я тебя поздравляю, так сказать. Ну что ж, теперь, так сказать, все восстановилось. У нас ровно вроде, да? А, нет, у меня два, у тебя одна победа. В смысле? Ну, 1-1. В смысле? А, я тебя один раз побеждал. Да. Ну да, ладно. Но, так и быть. Ну посмотрим, сможешь ли ты меня затроллить в следующей серии. Тем, возможно... Не буду поддаваться больше. Вот я серьезно. Тебя так затроллю. Ну что ж, ребят, надеюсь, что вам понравилась эта серия нашего не троллинга совсем, а нуб против про в Майнкрафте. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал Маршала, на мой канал, если ты про, ставь вообще там 3 лайка, я не знаю. Вот, и на этом все, спасибо, что посмотрели, и всем пока! Всем пока!